Короче, подкинули щенков. Сейчас залезли под забор. Сейчас будем доставать. Давайте, ребят, может, с той стороны как-то обойти или что? Доставать их надо. Короче, вот здесь вот в яме. Толком сейчас не видно, все темно, конечно. Таскали щенков. Четверых кое-как достали. С трудом, но достали. Вот тут всякие пакеты, коробки. Четверых достала. Говорят, что их пятеро. Ну, вроде все посмотрела. Пятого не нашла. Вот, получается, у нас раз, два, три. И четвертый вот там в переноске. Такие огромные, просто огромные, да, дети? Будут огромные собаки, прям медведяшки. Медведяшки, красавцы. Это такие красавцы, а? Ой, большие будут. Ну-ка, мать, доставай. Вот вчера троих подбросили. Ну, точнее, не подбросили, а женщина привезла. Жена и привезла. Да. Сколько им? Не больше. Но женщина привезла и оплатила переезд.
посадила их в маленькую клеточку вот в эту. Вот таких два ребенка, причем с ошейниками, ребят. Вон, видите? Два ребенка с ошейниками. Два пацана очень крупной породы. Потому что морды вон какие красивые. Да? Морды красивые. Что, ри, дети? Ну, посидите пока. Потом разберемся, куда вас чего. Ну, что там у тебя? Сейчас обработаем, капли принесут. Да, сейчас, мои красивые, сейчас сначала обработаем, да, глистогонку дадим, потом все остальное. Да, красивые деточки, хорошие дети. Да, маминные, симпатяшки. Ребят, ну вот привязали ребенка. Он коротколапый, вот такой, обиженный на всех. Немножечко рычит, но у него ушки с одной стороны и с другой. Ушки. Не бойся, малыш. Я просто покажу. Да? Сейчас думаем, куда его посадить, в какой вольерчик. Пока не знаю, у меня просто места нету, ребят. Вот это два, не больше. Ну, вот женщины любят. Сегодня привязали... На цепи привязали к забору, да. На цепи, да. У него больные уши. Скорее всего, клещ.